Добрый день, подписчики, гости моего канала. У меня цветут пионы. Смотрите, какие красивенные. Огромные шапки. Этот сорт называется Канзас. Сколько их тут много. Этот бледно-розовый выгорает на солнце, становится белым. В этом году помельче шапочки. Очень жарко было. Такой розовый, бледненький, тоже очень мелкий. Вот этот вот красавчик. Вот с такой серединкой. Уже так пахнет хорошо. Общий фон очень красиво. Разные расцвели. Один, конечно, отцвел уже. Самый ранний, малиновый. Так, еще вот такой. Coral Charm называется. Кораллового цвета. Но еще маленький, только открылся утром. Вот еще один, второй. Люпины продолжают цвести. Маки распустились. Красивые. Большие. Серединка там пушистая. Солнышко скрылось. Так они не очень сейчас открылись. Люпины. Аквилегия белая. Фиолетовая аквилегия. Вот эти еще пионы распустятся. Шарики попозже. Здесь такой вот кустик декоративный будет цвести. Потом покажу вам его. Вот розочка нам была бутона. Так, еще покажу вазончик с колеусами. Тонютиные глазки, сбор разный, колиусы, тонютиные глазки, тут кашпо тоже стоит, такие разные. Лобелия цветет. Ну вот, камнеломка мраморная расцвела. Полкшеловидный отцвел. Так сейчас выглядит. Тоже отцветет. У нас такая травка очень симпатичная. Забыла, как называется. Белая аквилегия. Армерия. Тонютиная глазка новенькая распустилась. Такая вот красивая хоста у меня есть. Очень нравится. Такая, вот такая. И вот другой пиончик цвести. Тоже очень красивый. Перетрум розовый. У всех в этом году я смотрела. Кривые цветочки. Как-то мало. Интересно. В этом году он себя не показал. Так, здесь у нас тоже колюсы в ящичках. Здесь колюсы в вазонах разные-разные. Лилейник расцвел. Желтый ароматный. Лобелия цветет, кашпо. Разный цвет вместе посажен у меня. Ой, так еще не очень расцветает, но уже хорошо разрослись. Вот метеола душистая цветет, пахнет очень хорошо. И пахнет и днем, и вечером. Говорят, что он только вечером пахнет. И сейчас тоже пахнет очень хорошо.
Здесь у меня проветривается пивчик. Привезла его из города. В горшочке растет острый. Невеста называется. На адаптации пока. Яблочки завязываются. Маленькие. Короче, очень много тут яблок. Здесь тоже. Так, там картошка, чеснок. Все растет, все нормально. Значит, посмотрите, какие бывают газоны с маргаритками. Вот везде они. Насеялись теперь у нас газоны с маргаритками. Так красиво. И клевер, и маргаритки. Вот здесь тоже у меня один красивый развалился куст. Огроменный. Ливии будут цвести очень душистые, красивые. Чуть попозже. Клубничка. Все растет, все благоухает. Но самое, конечно, у нас красота сейчас это пионы. Вот такая вот красотища. Все, на этом заканчиваю. Всего доброго. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До свидания.